Я могу сказать, что я очень рада, но я тоже жду вот этот момент, потому что надеюсь, что я не сделаю так. Я просто хочу использовать этот шанс. Не хочу только бить в сборную. Я хочу помогать и сделать, дать все мои силы для сборной России, как я должен уже за Локомотив. Как я много уже раз говорил, я уже чувствую, как русский. Мои тесты тоже половина русские. Поэтому надеюсь, что вот это новый, как скажешь, могу сказать, новый момент на моей жизни можно быть так приятным. Это самый важный день в России для вас? Я думаю, больше для меня важно. Конечно, больше для меня. Ты знал, что этот день настанет? Маринато Гильермо, игрок сборной России по футболу. Ты когда-нибудь думал, что такое возможно? Ну, конечно, это очень важно, потому что я знаю это. Я был первый раз удалился на стрессе, который называют сборной России. Ну, это такой, на русский сейчас слово я забыл, но responsibility, который я должен принимать, и такие серьезные вещи я должен показать на поле. Если в состав попадешь стартовый, сможешь гимн исполнить? Ну, постараюсь, но надо еще поучить.